Ну что, сегодня мы с вами посмотрим выставку в Акбан Санате. Это культурный центр известного турецкого банка Акбанк. Это выставка, групповая выставка, 38-я выставка победителей конкурса современных художников. Куратором проекта выступил Мелих Гюргюн. В жюри конкурса из известных имен, пожалуй, стоит отметить Айше Эркмен, ведущая концептуальная художница 90-х годов, 80-х, начала 2000-х, такая большая турецкая звезда. Выставка проходит с 15 октября по 21 ноября 2020 года. В выставке принимают участие молодые художники, рожденные в 90-х, 80-х, со всей Турции, с разных институтов, высших учебных заведений со всей Турции. Работы выполнены в разных техниках. Это и инсталляции, и фотография, и рисунок, и скульптура. И хочется отметить, что, на удивление, для меня тема финальной выставки этого конкурса никак отражает экономический кризис в Турции последних лет и никаким образом не отражает эпидемию коронавируса. Почему-то куратор обратился к теме событий 68 года, что очень и очень странно. Что же, стоит, наверное, сказать, что выставка не совсем получилась с кураторской точки зрения. Произведения выглядят разрозненными, их не объединяет ни какой-то внешний признак, ни считывающийся какой-то рассказ, отсутствует, в принципе, внятное повествование. Драматургия на выставке тоже отсутствует. То есть, в принципе, для нас это просто выставка каких-то работ, каких-то непонятных художников. Мы не видим, кто эти люди, как они между собой и авторы взаимодействуют. Но в плане просто посмотреть на какие-то интересные работы молодых авторов, понять, что их беспокоит, а беспокоит их слово, беспокоит их понятный, внятный образ, беспокоит их тема одиночества, даже какого-то своеобразного насилия. В этом плане эта выставка представляет интерес.